моменты. Например, если ты уже попался на прием, и можно, допустим, ну, проиграв 4 балла, выйти наверх и сравнять счет или выиграть. Да? Например, вот, допустим, противник берет тебя, допустим, да, и допустим, я раз, и перетащил, вот, допустим, 4 тебе, 2 ему, вот, запасный, и он, это, 2 ему, 4-2, в мою пользу, он еще сюда делает, на пол на карту сюда делает, вот еще 2, вот, я ухожу, еще делаю, вот, еще 2, и уже 6-4 уже в его пользу, да, он даже там может выйти, положить и так далее. То есть, если, допустим, вас бросили, это еще не конец света, да, то есть мы можем там еще отыграться, вот. И также, допустим, попал в положение, допустим, если мы не смогли его в темпе перетащить, да, в темпе, мы, вот, допустим, он тебя открывает, мы не смогли его перетащить, то под него лезет, под него, перетащить, вот. Сразу к себе на карточку. Хорошо, стоп. То есть понятно, да? Под него и перетаскиваем. Вот еще раз, допустим, под него и перетащим сюда. Хорошо. Конечно, еще варианты есть. Допустим, он держит меня в опасном положении, да? Вот это вот моя свободная рука уходит под него вот сюда, и она стала ворачиваться. Вот. И здесь я, конечно, ногами толкаюсь. Я не должен вот так вот лежать, как свет. Да? Вот. Ногами толкаюсь на него сюда и сразу пошел сюда катить. То есть даже проиграв из опасного положения, мы можем всегда контратаковать и выйти победителем. Да? Вот. Также и можно стать на крутой мост. На крутой мост и забежать. Вот допустим, я его сбиваю, вот держу, все хорошо, отлично. Он стоит на крутой мост, вот, забегает, вот, и поднимает голову, на меня еще атакует. Вот. То есть, из опасной ситуации, он стоит на крутой мост, максимально крутой. Вот, допустим, я его сбил, максимально крутой мост, максимально забежал. Вот, стоп! Вот здесь очень важно, голова, чтобы упирался в корпус, нога захвачена, лавочка пошел на него, да, вот. И он вывешен в положение, тут, конечно, можно еще и перехватить и сделать вот такую вот промокашку. Промокашку можно еще сделать, вот, с ногой промокашку. Вот, стоп! Да. Ну, конечно, еще есть один такой классический, старинный вариант. Идем на крутой мост и резко садишься. Вот смотри, вот он сбил, допустим, вот бедежный за корпус. Идешь на крутой мост максимально. Еще. И резко сел, поднялся. Вот, такой тоже есть. Ну-ка попробуй, давай. Мы с тобой не отрабатываем давно эту вещь. Смотри, вот, допустим, он в опасном положении, вот. Делает максимально крутой мост, вот. Еще и резко сел, да. Такое тоже есть обманное движение. Оно немножко авантюрное, рисковое. Но это тоже есть. На пока хватит нам, да? Отключай.